Здравствуйте. В одном из наших выпусков мы вам показывали, как посадить много лука и при этом занять маленькую площадь на подоконнике. Это принцип так называемой вертикальной грядки. И вот что у нас получилось. Лук укоренился, очень хорошо видно все корешочки, которые он дал. Лук дал хорошие ростки. Вот в такой емкости луковички, когда укореняются и дают ростки, они пролазят вот в наше отверстие, которое мы делали заранее, и они его немножко как бы закрывают, поэтому при поливе вода не выливается. Лук взошел не одинаково и неравномерно, но это даже и хорошо из-за того, что мы можем подольше растянуть употребление свежего лука. И вот эти вот новенькие росточки, когда мы съедим уже более отросшей части, вот эти новенькие росточки, мы сможем подольше употреблять лук в свежем виде. Вот такой эксперимент у нас получился. Бутылку можно взять шире, тогда в нее уместится больше луковиц, и на маленькой территории мы можем получить больше урожая. Бутылку можно взять еще и выше. Вот таким образом получим на подоконнике свежую зелень круглый год. Наши советы помогут вам и сэкономить место на подоконнике, и помогут вам получать очень нужную нам зелень и в зимний период, и в летний период, и вообще круглый год.